Центробанки постсоветских стран заинтересованы во внедрении платежной системы ЕРИП. А само единое расчетное информационное пространство, созданное в Беларуси, есть хороший экспортный продукт. Об этом заявил зампредседателя правления Нацбанка Сергей Дубков на международном форуме по банковским технологиям в Минске. Уникальное инновационное решение будет развиваться, и уже в следующем году система ЕРИП станет акционерным обществом. Мы готовы коллегам помогать. Мы готовы рассматривать вопрос интеграции тех систем, которые будут коллеги создавать, с нашими системами. И обратите внимание, эти решения базируются на белорусских разработках. И технологических, и интеллектуальных, и правовых. То есть мы создали хороший экспортный продукт, используя, скажем так, белорусские мощности и белорусский кадровый потенциал. Форум Банка IT в этом году собрал более 1200 участников. Планируется обсудить стратегические вопросы развития IT-рынка Беларуси, а также использование новых технологий в банковской деятельности.